В Атырау приступили к реализации проекта «100 дворов». В жилых массивах строят детские, игровые и спортивные площадки, ремонтируют дороги и тротуары, обустраивают парковочные места, устанавливают ограждения и ночные фонари. В этом году благоустроить и озеленить в городе планируют всего 76 дворов. На эти цели из республиканского бюджета выделили 1 000 000 000 тенге. В следующем году, говорят специалисты, проект охватит 150 дворов областного центра. До конца года планируется завершить работы по благоустройству и сдать все объекты в эксплуатацию. Ведется строгий контроль за качеством строительства, установлен технический надзор. Реализация проекта, начавшаяся в этом году, найдет продолжение и в следующем.